здесь сейчас тоже встану. Потому что у нас серьезное событие ждет 10 марта. У нас будет монопородная выставка в Эстиков, которую мы очень давно ждали. И то есть мой щеночек, он выходит в юниоры. И надо, чтобы он выиграл там всех. Да? Бассейн, вода, то есть она развивает мышечную массу. То есть бегом все равно, я как бы считаю, это не добиться того, чтобы мышцы развивались у собаки правильно. Купать, да, думаю, пробовала, но он как-то так, он такой, ну, не очень он относится к процедурам купания. Может быть, в бассейне он как-нибудь по-другому. Антоша, умница. Молодец. Бабушки, молодец. Да, молодец. Ой, молодец, какая умничка. Да, умничка, малыш. Вот, молодец, хорошо. Эта задумка была давно. Направлена она на реабилитацию собак. Очень много на занятия приходит собачек с дисплазией, рваные связки. Очень долгий восстановительный процесс, так как наше лето очень короткое, и люди могут только 3 месяца купать собак. С плаванием восстанавливается очень хорошо. Переломы, связки. Поэтому мы решили вот, открыть бассейн. Это первый в Челябинске. Челябинской области. Мы ездили в Пермь, там увидели бассейн, после чего решили воплотить его у нас в Челябинске в жизнь. Наш бассейн пока не сильно большой, то есть это, так скажем, начальная форма бассейна. То есть ванна длиной 2,20, шириной 80 сантиметров, глубиной 1,5 метра. Рассчитано на то, что собака движется на месте, собака одевается в шлеечку, погружается в ванну. Плывет определенное количество времени, потом вытаскивается, сушится, отдается хозяину.